Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, за три звезды Лига Сёгунов. Ну и смотрим, куда ребята нас бросили. Ну вот, Лига Самураев, поэтому хоть ты в Лигу Мастеров попади, хоть ты останься в Лиге Сёгунов, тебя все равно в Лигу Мастеров скинут, как ты не крути, как ты не сопротивляйся, но не избежать этого, ребят. Не избежать. Но, тем не менее, все равно, как бы, немножечко осадочек остается, когда игра тебе не позволяет даже в откат, как говорится, с новой недели просто тебе перейти хотя бы в Лигу Мастеров, чтобы самого себя порадовать. Да? Обидно? Обидно. Ну и черт с ним. Ладно, сейчас, друзья мои, быстренько попробуем добраться до Лиги Сёгунов. Наверное, две звезды. Это... Выше мы не поднимемся. Потому что просто не хватит персонажей. Нам бы сюда бы еще бы десяточек другой новых свеженьких бойцов. И было бы вообще шикарно, да? Игра бы расцвела. Во-первых, нам бы пришлось бы прокачивать персонажей, это раз. Во-вторых, узнавать их сильные и слабые места. Что тоже было бы интересно. Вот на этих персонажах мы практически все знаем. Да, пускай не все прокачанные, но уже какое-то представление есть о них в будущем. Что они будут себе представлять. Стоит ли на них полагаться, стоит ли их выставлять там на переднюю, как говорится, защиту или там оборону, линию, либо их держать как в плане добивальщиков, да, или какой-нибудь расходный материал. Так что, ладно, у нас еще есть, как говорится, запас, ты видишь, 56 уровней у нас просто тьма тьмущая, ребята, тьма тьмущая, 56 уровней, это, наверное, большая половина моих бойцов. Соответственно, их еще прокачивать и прокачивать до сотки. Но это очень много времени, друзья, на самом деле. Очень много времени уйдет на это. Так что мы уже с тобой, кстати, в Лигу Сёгунов перешли. Только пока одна звезда, но это ничего страшного. Пока ничего страшного. Возьму Донателло, возьму, наверное, Кунаичи. Кстати, посмотрим, у нас хватит сегодня мутагена прокачать Кунаичи до 99 уровня, чтобы уже... добить ей сотку и уже переключиться на Донателло. Я имею в виду на ролевого Донателло. Вот, а дальше уже будем с вами смотреть, кого следующего бойца прокачивать. Так, ну что, тут у нас все хорошо. Сейчас посмотрим, сколько ступенек мы берем. Так, 23 ступени. Ну, в среднем сейчас пока у нас получается 20 ступенек, да? Вот, давай округлим, чтобы самих себя не запутывать. 20 ступенек. То есть, если у нас в лиге 100 ступенек, 5 поединков, мы переходим с тобой на следующую лигу. И если 20 ступенек будет сохраняться до конца наших бойцов, то мы сможем перепрыгнуть, в принципе, 2 лиги. То есть, получается, что мы дойти должны до Лиги Мастеров, ребята. Слушай, было бы неплохо, если бы мы с тобой сейчас вот дошли бы до Лиги Мастеров. Было бы даже очень неплохо, потому что сегодня, ребята, у меня ночная смена будет. Соответственно, и завтра ночная смена. Потом на своем выходном у меня там кое-какие дела планируются. То есть я не буду видосики никакие снимать. На следующий день, наверное, будет у меня... Так сказать, день отдыха, тоже ничего не смогу записывать, если только под вечер. То есть следующие выходные у нас получается, у меня, ребят, у меня получается слишком загруженные. Хотя все может поменяться, не будем, как говорится, ничего прогнозировать. Но просто я, как бы, говорю потом, чтобы не было такого, где видосики, где там то, сё, пятое, десятое. Знаете, что все-таки у людей тоже есть свои дела, которые нужно выполнять, делать. А так мне осталось отработать всего лишь, ребята, 6 смен. То есть сегодня 2 ночные, потом 2 утренние и опять 2 ночные. И все, ребята, я иду в отпуск. Не знаю, поеду я куда-нибудь, не поеду. Как бы были планы, но потом что-то эти планы у меня, как говорится, как тебе сказать, они потом у меня поменялись. Так, раз. Ну, давай Макмана, наверное, одного ставим. Да я потому что уверен, ребят, что он должен разнести вот этих вот 52-х юнитов. 52-го уровня юнитов, так сказать, будет правильно. Ну-ка, давай-ка
В Жахем? Да ладно. Ты-то какого лешего тут остался еще в живых? Пока все идет хорошо, ребят, я даже не напрягаюсь. Единственное, что меня напрягает, это мой будильник, который только что заиграл, и я его хочу отключить. Я сегодня, ребята, нежился в кровати до полвторого. Лежал просто вот, не спится, но я уже лежу и знаю, что сегодня в ночь, как говорится, взять от сна как можно больше. Но нифига не получается, ворочался. Причем сон сегодня снился, жесть какая-то. Resident Evil 2-3 просто отдыхает. Тоже, ребята, битва с зомби. Но это какой-то трэш там был. С балконов там прыгал. Потом на квартиру какую-то. Потом какие-то наемники пришли. И там непонятно вообще, кто такие. Самое печальное вот в этой всей, в этом сне было то, что закончились боеприпасы. И гранаты, и патроны. А в рукопашку туда идти нереально было. Их просто тысячи. Да, сон, конечно. Мне периодически раз в год, два раза в год снятся такие сны. Я не знаю, почему. Но такие, знаешь, почему-то оставляют очень большие впечатления после того, как ты просыпаешься. Вот. Так, ладно, что-то меня не туда понесло. Давай-ка я, наверное, сейчас для начала выключу будильник, а то он сейчас опять запиликает. Ну, я ставлю сразу несколько, чтобы не проспать. Даже не то, что не проспать, чтобы встать вовремя там. В 3 часа, в 4 часа, как говорится, подготовиться, умыться, перекусить. Ну и со спокойной душой идти на работу. Сегодня погода еще такая. Я смотрю, ребята, у нас тучи какие-то, дождик, видимо, намечается. Но скажу тебе честно, на работе в дождь хорошо работать, но в легкий дождь. А бывает, когда мощный дождь. Вот тогда, друзья мои, не очень хорошо, потому что начинаются всякие аварии, встает техника и прочее. В общем, легкий, да, но не ливень, который, как ты можешь представить, такой мощный. Так, что мы, я уже пропустил, ребят, что-то мы тут играем, я на автобое и пропустил. Так, у меня зубная щетка зарядилась, надо тоже ее отключить, блин. Отключить и убрать ее в чехол. Ага. Так, ну что? Блин, это не чехол. Это пульт управления. Ну, здравствуйте, приплыли. А, нет, это очки. Вот он, ё-моё. Нашел. А, так мы уже в Лиге Сёгунов, ребята, почти 3 звезды. Ну, не знаю. Не знаю. Возможно, возможно, все-таки получится у нас все, и мы перейдем. Так, давай, 16-21. Хотя бойцов, скажем, разом все меньше. Так. Сегодня сделал себе травяной чай с лимоном. Блин, такая вкусная тища, ребят. Побольше лимона туда бабахнул. Потому что чай больше идет все-таки как бы мята. Там мята, что-то там еще, мелисы. В общем, такие травы. Его когда пьешь просто, он, его много не выпьешь, ребята. Потому что из-за вкуса вот этих трав оно как бы перенасыщает тебя. То есть ты 3 глотка делаешь, и оно больше в тебя не лезет. И я решил это все дело закрасить лимоном. То есть лимон как бы перебивает травы, но все равно остается такой нежно-приятный вкус. Но лимон дает свою кислинку, которая позволяет мне выпить эту кружку с заваренными, как говорится, травами. Отлично, отлично, давай добьем. Готов, готов, как говорится, майкер ролевой тут. И мы продвигаемся с вами дальше. Ну, да, да, Лига Мастеров сегодня, скорее всего, будет взята. Скорее всего. Но позиция будет очень маленькая. Раз, два, три, четыре. Так, я возьму, наверное, маузер на откат. Позиция будет маленькая, но я в плане того, что где-то 90-80, может быть, даже вообще 100 место. Как-то так. Судя по тому, сколько у нас бойцов всего лишь осталось и сколько нам еще продвигаться вперед.
Замечательно. Ну и погнали тогда дальше. Так, давай 50-е место мне. Нет, 58-е. 58-е, что-то как-то... Что-то, ребят, под каким-то большим вопросом у нас это все дело. 67-й уровень у наших противников. Ну, почти 70-й. И это ближе к Лиге Мастеров одна звезда. То есть, можно уже представить, что когда мы там дойдем, например, до Лиги Мастеров две звезды, это уже будет 72-73 уровень. Так, 30-ку дашь? Блин, 36-й. Слушай, ну что-то как-то вообще, ребята, фиговенько тут начало под концовочку мне давать. Так, Маузер, так, так, так. И еще один поединок, да, у нас останется. Опять же, с помощью отката, естественно. Без отката там, по-моему, вообще у нас не хватит. Даже на поединок. Маузер разносит их в щепки. Ну, я их называю маузеры, хотя на самом деле это, ребята, кролики. Так, ну что, пятнашку? 13, да, и сейчас вот мы возьмем с тобой топчик. Так, я возьму, наверное... Давай-ка я возьму, наверное, Кренга. Не, не Кренга. Хотя, давай, пускай будет Кренг. Пускай будет Кренг. Во, тютелька в тютельку, друзья мои. Последний поединок, даже ни одного бойца у нас не осталось, как говорится, в закромах. Что-то этот выходной у меня, ну, коротенький, который был, вообще, ребят, пролетел как-то нелепо. Попил немножечко пива, немножечко поснимал, и все. Просыпаешься, и вот тебе уже надо идти на работу. Ну что, как я и говорил, друзья мои, Лига Мастеров и... сотое, ровно сотое место. Не больше и не меньше. Так, забираем змеи-компьют, тут выпадает нам. И пойдем теперь... пройдем наши ежедневки. Так, серия испытаний. Опачки, друзья мои. А мы уже практически... практически и прошли с вами всю эту серию. Там, по-моему, остается... вот этот поединок проходим, и остается вроде бы как два поединка, и все, ребят. И можно считать закрытым это все дело. Так, добиваем Маузера. Ну и тут у нас остается Зэк. Зэк, друзья мои, даже не успел сходить. Ну, соответственно, здесь лучше массовые атаки применять. Там, где много противников, лучше начинать с массовых атак. Ты серьезно? Армагон, ты серьезно? С одной плюхи просто всех вырубил. Красава, я не ожидал. Я такого не ожидал, но, тем не менее, видишь, все получилось. Так, ну теперь давай, короче, ищем нашего Дони. Во-первых, прокачиваем кунаищи, по-моему, нам должно хватать. Да. 99 уровень, друзья мои, остается совсем чуть-чуть, и она будет уже сотка. И ищем на Донателло Ролевого. Где он у нас там спрятался, где он притулился-то? Так, Дони. Так, опять у меня, да, глаза в кость. Вот же он. Так, нам надо найти 7 наушников. Ага, 6 получается. Получается 6. Твою налево. Ну вот начинается, ребята, вот эта зеленая колба, я вам еще раз говорю, она меня достанет просто-напросто. Вот выпадает она, и все. Так, 5 4 3 3. Ах, колба бесявая. Так, 2. Ну давай ты, господи. Последние наушники дай мне, пожалуйста, а. Сегодня дай мне последние наушники. Не надо выпендриваться. А хватит ли у меня мутагена прокачать, даже если я найду наушники-то до... Не хватает, друзья мои. Не хватает. 10 тысяч мутагена нужно, а у нас всего лишь 5 тысяч мутагена. Да.
Ну что же, получается, сделать я дальше и больше ничего не могу, ребят. Будем тогда на сегодня закругляться. В следующей серии будем продвигаться в топчик. Ну, естественно, в топчик-то мы не попадем, но в Лигу Мастеров две звезды должны попасть. Кстати, что там по поводу... А, сегодня только вторник. Есть время. Значит, успеем зайти и, соответственно, прокачать Дони ролевого. Ну и как-то надо в ближайшие, там, я не знаю, в ближайшую неделю прокачать Кунаичи на сотый уровень. Ну, а на этом, ребята, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!